Хочу реальных и честных людей, мужчину хочу своего поскорей. Домик уютненький прямо у моря, другой рядом с бизнесом в центре истории. Да и вообще много радужных мыслей. Хочу путешествовать, где мишки есть гризли. И в Антарктиде хочу побывать, чтоб среди льдин там проплывать. В горы хочу и в тропики тоже. На парашюте лететь по природе. Попасть в неземное прошлое племя. И посмотреть, как выносят там время. Хочу я в саванну на слоннике ехать. Или на лошади, зависит от снега. Воздушный шар над морем в полете. На водные лыжи с него. И в каюте радужный день свой проводить. В бокале с вином отражается нить всех приключений и путешествий. На следующий день от пилота известия. Летим со своим наконец-то мужчиной на край того света, где солнце красиво. Позавтракаем в ресторане «Максим» и остановимся в родине «Dream». Там, где свобода и равноправие, где совсем нет никакого тщеславия. Нет там вранья и эгоизма, только любовь и свободные мысли.